Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня проект без вложений. Это букс 3 в одном. Он был год назад, отработал очень хорошо. Да, год, может, полтора года назад, как-то так. Ну, хорошо отработал. Потом вот этот администратор этого проекта спустил опять этот же проект. И через несколько дней он его закрыл. Что-то там пошло не так. Он все в группе написал, чтобы не было жалоб. Как бы проект закрыт. Вот, никто ничего не потерял, как бы. И, видно, все отредактировал. Как бы там все у них программисты доделали работу. Запустил опять. Вот. 11 дней в работе. Все, регистрация новая. Все по новой. 651 человек. Значит, тут о проекте, все можно здесь все прочесть, как бы. Есть группа ВКонтакте. Ну, давайте перейдем к регистрации. Конечно, я не могла пройти мимо такого букса. Значит, регистрация. Email, логин, пароль, пароль. Нажимаем зарегистрироваться. Далее, попали в кабинет. Что у нас здесь? Здесь наша будет статистика. Значит, заработок, реклама, сервисы, статистика. Новости уже есть, выплаты. Как бы минимальный вывод от 1 рубля. Так. Ну что, просмотр ссылок у нас. Так, нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. И идет отсчет времени. Решаем пример. Нажимаем перейти. Просмотр засчитан. Так, можно теперь уйти и закрыть. Так, ака, так, просмотр баннеров, просмотр. Так, это обычный просмотр баннеров. Еще есть. Ну и баннеры точно так же. Нажимаем, просматриваем. И здесь просмотр баннеров. Значит, бонус 30 минут есть. О, как. Давайте посмотрим. Ежедневный бонус выдается один раз 30 минут. Так, выдают на счет для вывода. О, как хорошо. Чтобы получить бонус, нужно кликнуть по баннеру ниже. Давайте кликнем по баннеру. Возвращаемся. Так. И что? Так. Кликнули. Так, сейчас я перезагружу. Что-то мне тупит. Давайте кликнем по баннеру еще раз. Что-то у меня не получилось. Здесь выполнение заданий. Разместить рекламу можно. Мои площадки, ваша реклама. Значит, профиль, мои партнеры. Здесь находится партнерская ссылочка и баннеры. Так. Конкурс рефералов, конкурс рекламодателей, свободные рефералы, поддержка, настройки. Переходим в настройки. Значит, сюда нужно ввести PR-кошелек и пароль аккаунта. Нажимаем сохранить. Это я все потом сделаю. Значит, меня вот все-таки беспокоит этот бонус.
Так, мне вот здесь это я рекламку основной баланс просмотрела. Так. И будем еще кликать. А, вот здесь вот написано получить бонус. Вот это. Ой, как она плохо видна. Нажимаю получить бонус. Вам начислен бонус в размере 0,01. Значит, 1 копейки. Так, перезагружу, сейчас посмотрим. Угу, вот мой бонус. Теперь через 30 минут я могу зайти. О, как. Значит, ну и статистика. Что у нас тут по статистике? Так, последнее объявление, выплаты. Ну да, вот по рублю все выводят уже, как бы идут выплаты. Так, топ-кликер, топ-лифоводов. Так, ладно. И в аккаунт возвращаемся. Разместить рекламу. Почему у нас здесь реклама? Потому как я во многих буксах сейчас размещаю, если мне нужна рекламка, то я, конечно же, по буксам. Значит, цена за один переход 0,01. Это 1 копейка там с сотами. Угу. Заголовок, текст, ссылка. Так, делается ваше объявление многоразово. 24 часа в один день. Так, 12 часов. Можно ставить 6, 12. Так. Далее цена. И VIP, и обычная. А VIP у нас сколько стоит? Так. Значит, обычная. Так. 370 рублей. Так. Не всегда поддерживает встроенный фрейм. Так. Без фрейма. Так, пакет переходов. 32 тысячи переход за 370 рублей. Ну, посмотрим. Вот такой вот букс. Кому интересно, пользуйтесь. Будем проверять, конечно, на вывод. Надеюсь, будет работать. Все они тут доделали уже, раз уже новая регистрация, уже вторичная. Хочется надеяться, конечно, что будет все окей. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!